С начала года в регионе зарегистрировано 50 природных возгораний на площади более 1000 гектаров. В целях их предупреждения сотрудники департамента ПЧС вышли в рейды. Проводится широкомасштабная разъяснительная работа. Банальная неосторожность становится причиной пожаров, тем более сейчас, когда стоит сильная жара. Поэтому участники выходят в рейды по дачным, лесным, степным массивам, зонам отдыха, а также местам, где купание запрещено. В рамках мероприятия по профилактике пожаров проводится работа с отдыхающими, особенно дикие пляжи, которые пользуются популярностью у горожан в жаркие летние дни. С наступлением пожароопасного периода в нашей области участились случаи возгорания сухой травы. Случаи зарегистрированы как в лесной зоне, так и на участках дачных массивов. Одной из распространенных причин пожаров является неосторожное обращение людей с огнем. На территории области произошло 4 природных пожара на площади 880 гектаров. С начала года в регионе фактов лесных пожаров не зарегистрировано. За несоблюдение правил пожарной безопасности оштрафован 61 житель области. Наложены штрафы на более чем 1 миллиона тенге. С 4 апреля 2022 года на территории Государственного лесного фонда Западно-Казахстанской области установлен пожароопасный сезон. С установлением пожароопасного сезона вводятся правила ограничений, которые должен соблюдать любой пребывающий гражданин в лесу. С этими правилами можно ознакомиться в интернет-портале «Адлет», они доступны. Но если говорить вкратце, то на территории Государственного лесного фонда не допускается разжигать костры под пологом леса, бросать окурки и горящие спички. Ежедневно в местоходах регистрируется по 4-5 небольших случаев мелких возгораний. В ближайшие дни в области ожидается повышение температуры до 35 градусов. В связи с этим спасатели убедительно просят жителей Приураля соблюдать правила пожарной безопасности. Альбина Кумаргалиева, Талгат Муратбаев, Аида Сагидулла, телеканал Акжаик.